Знание государственного языка, умение им свободно владеть продемонстрировали на форуме в Шымкенте представители различных этносов. Все без исключения участники говорили на казахском, рассказывали про обычаи и традиции намадов, исполняли народные песни и танцы. Участница Анна Шолгина признается, что знание языка ее не раз выручало. Даже журналистом она стала именно потому, что свободно владеет казахским. Это помогает в работе, и вообще девушка уверена, чем больше языков знает человек, тем образованнее и эрудированнее он становится. Все мои друзья были казахи, и вот как-то они учили меня казахскому языку, я учила их русскому языку, за это я им очень благодарна. Я могу себя назвать патриотом, я люблю свою родину, и я рада, что владею казахским языком. Хоть и ты русский, хоть кореец, мы должны знать казахский язык для развития нашего Казахстана.